Лада, город Димитровград, цвет футболок синий, на воротах номер 98, Морозов Семен. А тем временем опасная контратака и пропускает гол ульяновская «Волга». Да, друзья, это гол на первой минуте, 38-я секунда, возможно, один из самых быстрых голов этого сезона. Надо будет посмотреть статистику, не исключено, что один из самых быстрых голов в дерби среди двух команд, это, я думаю, уже будет однозначно.